В мировой прокат вышел фильм «Первая реформатская церковь» о священнослужителе, который сталкивается с серьезным испытанием веры. Главный герой оказывается вовлечен в коррупционный скандал, в котором замешаны уважаемые горожане и священники. Самое прекрасное в этом фильме — это то, что когда вы его смотрите, он заставляет вас участвовать в происходящем на экране. Нет, это не навязывание мнений, это не реклама. Мне кажется, финал этого фильма — это как звон колокола. Если ты открыт для этого, то этот колокол будет звучать по-разному для разных людей. Картина Пола Шредера — это история о преступлении, лжи, несправедливости и сомнениях, которые могут и священника довести до самоубийства. Фильм получил хорошие отклики первых зрителей. В российском прокате он не ожидается.